Сегодня на дороге Хабаровска вышел социальный автобус. Передвижной пункт обогрева в период аномальных морозов организован по инициативе мэрии. Погреться и выпить чаю в социальном автобусе могут все желающие. Подробности о проекте в сюжете Яна Ленкевич. Здравствуйте, у нас социальный автобус от администрации. Можно зайти, погреться, чай попить. Я вижу вас, щечки я уже снегу. Первая остановка социального автобуса на привокзальной площади. Павел Горелов, руководитель общественной организации «Потому что могу», с 9 утра приглашает прохожих погреться и выпить чаю. А чего у вас там на это? Чаек зайти попить, печенюшку. У нас там девушки социальные работницы. Так, чаек, еще что? Печенюшки, пирожок. Ага, борща нету? Борща, к сожалению, нет. Социальный автобус вышел на хабаровские дороги по инициативе мэрии. Продукты предоставили предприниматели. Чаще всего заходят погреться дети и пожилые граждане. Люди отзывчивы, очень рады были, что их позвали. Они отогрелись и могли поехать дальше по своим делам. Кто в поликлинику, кто на ЖД вокзал, кто в магазин шел. Просто люди замерзают на остановках. Социальный автобус не имеет четкого маршрута. На несколько часов в день передвижной пункт обогрева будет останавливаться в разных районах города. С 9 утра сейчас стоит до сих пор. Сейчас поедем на автовокзал, там постоим, потом поедем на площадь Славы, там постоим. Социальный автобус в Хабаровске будет работать в будни с 9 до 18 часов, до тех пор, пока стоят аномальные морозы. Организаторы рассчитывают, что помогут пережить холода и бездомным людям. Прежде чем уехать в гараж, автобус доставит желающих в приюты. Сообщить о местонахождении бездомных хабаровчане могут в службу работы с населением по номеру 409163. Яна Ленкевич, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».